Скажите, а допустим, вот вкусы в музыке, в литературе у вас различались? В музыке похоже очень. Да, ну вы же там про Майкла Джексона рассказывали. Что да. Похоже, да, это вкусы в музыке. А в кино вы вместе ходили, допустим, вот, ну, дети же все ходят в кино, или не помните? У нас было тяжелое детство. Ну, даже да, не про слово нищее. Ну да. И мать тянула одна. На кино, я так помню, что денег не было. Мы единственное сходили на «Терминатор», по-моему, да, «Терминатор 2» был. И помните, безумные очереди, полкилометровые. Тогда же ничего не было. Ну да. Показывали. А мама кем работала? Она по образованию инженер. И когда вот это все случилось, 92-й год, да, перестали платить, ей пришлось переквалифицироваться в бухгалтера, она потом стала бухгалтером, потом главным бухгалтером. Сейчас вот опять она вернулась инженером. Так, конечно, мама у нас просто героиня. Ну да. Просто это, я как вспоминаю, это просто... Сейчас няня же. Ну, да. Сейчас, если ты работаешь, няня, ну и все в порядке. А тогда я просто понять не могу, как это все как-то получилось. Да. Потому что она пропадает на работе весь день. Мы в улице, стройки, там, все помойки наши, ну, как бы. А девушки вам одинаковые нравятся вообще? Ну, или нравились, когда вы там. Бывало такое, что вы ухаживали за одной и той же девушкой в школе или нет? Скорее да, чем нет. Ага, понятно. А с невесткой? Но не ухаживали за мной. С невесткой вы как ладите? Хорошо общаемся. Ну, мы давно знаем друг друга, сколько же, 7 или 8 лет они вместе, поэтому... Вы один из самых завидных женихов. Да, не знал. Ну, как, в отрасли, ну а как, ну, конечно, да. Есть планы какие-то в этом? Да хочется, хочется уже, хочется. 33 года, такой возраст, я созрел. Конечно, уже собака есть, теперь уже пора детей заводить. Не собаку нянчить, а как-то детей уже. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».